Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает: маленькие дети – большая ответственность. Если рядом водоем, море, река, пруд, даже детский бассейн, важна каждая секунда родительского внимания. Ценой этой секунды может стать детская жизнь. За первую половину 2023 года на Кубани 8 детей пострадали на воде, из них четверо утонули. Безопасность ребенка – это забота нас, взрослых. Берегите своих детей.